Традиционная крещенская ярмарка откроет целый сезон. Пройдет она в местечке Свобода 18 и 19 января. Всего же в 2018-м состоится около 60 ярмарок и выставок. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Михайлов. Главным событием наступающего года станет Курская коренская ярмарка. Она в Золотухинском районе откроется 7 июня и продолжится до 10 числа. Там же в течение 2018-го пройдут товары, торговля, услуги, здоровый образ жизни, форум «День предпринимательства». В Курчатове и Железногорске будут организованы межрегиональные ярмарки. В областном центре осенью вновь можно будет купить свежий мед, сделать запасы фруктов и овощей.